Дорогие друзья, сегодня для вас мои стихи к рассказу «Сила в единстве» или на немецком «Einung ist Kraft», сперва на русском. Как часто слышу я слова, как много в жизни волшебства, и сколь щедры ее дары, ты просто жизнь свою прими. На первый взгляд все ясно, просто день начался, и я встаю за ним во след. Дела зовут нетерпеливо, напористо и остро. Да как не подступиться, не знаю я ответ. Тоска, уныние, обида, раздражение смешали все в моей душе. На царский трон зашло смятенье, сияние звезд уже не видно в темноте. Но ночь не вечна, сумрак у нас смену, придет рассвет во всей своей красе. В согласии с собой, в единстве со вселенной, и я снова вижу ясно, что правда, а что нет. Приняв себя, простив другого, я исцеляю раны и вновь взлететь готова. Расправив плечи, сбросив весь балласт обид, я возвращаю чудеса и краски в этот светлый мир. Благодарю вас, дорогие друзья. А сейчас мои стихи на немецком для вас. Und jetzt hören Sie bitte auf Deutsch. Das Leben ist voll Wunder, genieß es jeden Tag. Ich höre solche Worte vom frühen Morgen bis in die Nacht. Beim ersten Blick ist alles klar, ich stehe auf, der neue Tag ist wieder da. Er wartet auf mich mit Ungeduld, gespannt, aber ich weiß nichts, womit ich ihn anfangen kann. Missmut, Verstimmung, Kreuz und Ärger verwirren alles in dem Kopf. Ein wüstes Durcheinander herrscht im Herzen. Ich sehe keinen Sternenschein in dunklen Nacht. Doch glätten sich die Wogen eines Tages und plötzlich scheint mir alles wieder klar. Die Einung mit mir selbst, der Einklang mit der Welt, sie sind die beste Heilung, die leider uns oft fehlt. Von hier an bin ich bereit, das Leben einzuschätzen, voll Energie, voll Munterkeit entfalte ich mich selbst. Ich mache diese Welt ein bisschen besser. Liebe Freunde, danke Ihnen. Дорогие друзья, я благодарю вас. Творите, созидайте в единстве с собой, в единстве с миром и вселенной, в единстве со всеми нами, окружающими вас людьми. До новых встреч, ваша Ольга Пазникова. Sehen wir uns sehr, sehr bald. Tschüss, ihre Ольга Пазникова.